Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Freed Spike в белом цвете 2012 года выпуска. На бензиновом двигателе объем 1,5 литра, мощностью 118 лошадиных сил, АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеет спойлер, камера заднего вида, хорошая резина, литые диски, ветровики, повторители в зеркалах, бесключевой доступ. Пробег автомобиля 150 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный салон, чистый, ухоженный, тканевый. Имеется мультимедиа на Android-системе, климат-контроль, кондиционер, подогрев заднего стекла, круиз-контроль, режим Econ, две электродвери, электрорегулировка зеркал, система курсовой устойчивости, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.